Сегодня депутаты городского собрания рассмотрели почти два десятка вопросов. Народные избранники проголосовали за передачу на 5 лет здания бывшего корпуса пансионата «Нептун» в Адлере Сочинскому госуниверситету. Также депутаты согласовали списание ветхих зданий детсада номер 83 в Хосте. А еще были рассмотрены поправки в бюджет Сочи на текущий год и плановый период двух последующих. Доходная часть бюджета города увеличилась на 403 миллиона. Это 331 миллион рублей собственных доходов, которые были распределены в основном на социальные нужды. В первую очередь это образование в пределах 26 миллионов рублей на ремонты наших спортивных площадок при школах. На втором месте это вопросы, которые связаны с культурой. Это и уровень, в первую очередь, чтобы поддержать уровень заработной платы наших учреждений культуры. Кроме того, сегодня депутаты поддержали вопрос создания в мэрии города управления проектной деятельности. Новое подразделение будет контролировать реализацию национальных проектов. Краснодарский край участвует в 44. Добавлю, что сегодня была последняя сессия депутатов городского собрания. Они отправляются на каникулы. В следующий раз народные избранники соберутся в сентябре.